блокировать за полпериода. Совсем мало. Это Юханссон! Юханссон спасает, но Бурже! Бурже после этого отправляет шайбу в ворота, подобрав ее там бесхозную. Рядом с Братанской площадью уже ничего не мог поделать Ланс Юханссон. Бурже как раз ему передачу Акулов делал. Там зацепил игрок авангарда. И вот хороший пас Акулов! Константин Акулов расстреливает ворота авангарда после великолепной комбинации от ЦСКА. Перехватывает только что вышедший свежий. Передача Шалунов. Бросок и гол. Максим Шалунов. Это 2-1. 2-1. И лучший снайпер плей-офф забрасывает свою 12-ю шайбу. Знаем, что этот матч завершен победой ЦСКА. 2-1. Московские армейцы выигрывают сегодня здесь первую встречу в Балашихе. И 2-1 счет в серии в пользу ЦСКА в этом финале.